Всем привет! Я вот сейчас сажаю лилии, которые мы купили. Вот я, значит, вот эту землю смешала с песком. У нас там песок в подвале есть. Вот я достала вот столько вот этого ведерка. Вот столько. Вот на 10 литров грунта. И я, значит, перемешала вот все. И у меня поближе, вот покажи. У меня тут вот много песка в этом, в грунте. И я, значит, вот сажаю свои лилии. Вот, сажаю их, подписываю. В общем, я вот собрала, помыла, и вот посадила и подписала. Вот. Теперь, значит, у меня осталось два вот таких горшочка. И таких больше нет. Придется мне сажать, наверное, вот такие баклашечки остальные, что у меня остались. Ну, вот другого способа нет. Наверное, придется вот так вот сажать. Теперь, значит, я тут вот корешки большие, но ничего страшного, потому что повыше у меня просто нет посудины. Я вот так вот засыпаю. Вот. Потом я буду их высаживать в грунт, потому что держать в холодильнике их сейчас смысла нет. В общем, я решила их все посадить, а потом буду вытаскивать и высаживать в грунт с цветочками или без. В общем, не знаю. Так, это у меня Crystal Star. Ну, сейчас я посажу, потом подпишу. Ну, вот так вот я сажаю. Вот. Каждую луковичку. Потом полью. Я, правда, не сделала здесь дырочки. Я вот думаю, делать их или нет. Вот. Ну, в общем, посмотрим, подумаю. Ну, вот, как-то так. Всё. Вот так стоят мои лилии на окошечке. Я убрала оттуда с улицы пленочку. Я думаю, они у меня там не замерзнут. Вот у меня что не хватило, я посадила в 4 баклашечки. Вот, ну и здесь вот так вот лилии у меня растут. Вот. В общем, георгину я принесла сюда и поставила вот такую вот от торта емкость, потому что я боюсь, что у меня вот этот отросточек, вот этот, скушает кот. У меня лазит кот везде и подъедает мою рассаду. Я вот так утеплила. Ничего не нашла, но вот так вот положила вот тепленький вот этот шарфик, ну шаль, теплую шаль положила, ну вот чтобы так это не холодно было, потому что здесь окошко вообще это совсем вот холодное. Вот, в общем, я утеплила как и могла. Я посеяла петунии, посеяла все 3 пакетика сюда, потому что мне как-то именно такой сорт как таково не нужен. Просто, чтобы было во дворе красиво. Я посажу и горшочки. Вот, и каждый год я сажаю разные петунии. Вот так вот я их посеяла. Вот, сейчас накрою, подписала. Все в один горшочек. Вот, в одну плошку посеяла, подписала петунии. Вот. Как такового сорта я никогда, у меня каждый год разные я сажаю. Вот, в общем, вот так вот и подписала петуни. Вот я уже посеяла здесь землянику, я посеяла здесь петуньки. У меня я сегодня хочу посеять семена, вот эти, которые я купила. Вот, и, в общем, я уже приготовила вот плошки с землей. Сейчас буду делать, вот я взяла вот эту вот, не линеечку не надо. Я просто буду делать бороздки и туда сеять. Вот я столько приготовила плошек. Вот. В общем, сейчас будем сеять. Сегодня у меня посевной день. Вот. Ну вот так вот я посеяла. Здесь у меня вот такие ирчики. Здесь такие я пока воткнула, потом подпишу. И это хочу купить блокнотик, и блокнотик все записывать. Баклажаны решила вот так посеять, потому что у меня плошка маленькая, и в бороздке сеять у меня
Значит, не получится. У меня половина один сорт, половина другой. Ну, в общем, что вылезет, то вылезет. Посмотрим. Нам хватит этого. Вот. Теперь, значит, здесь вот такой сладкий перчик. Вот. И с одной стороны семян мало было, 1 грамм. Значит, здесь два ряда у меня вот такой желтенький перчик. И два ряда у меня вот такой вот красный перчик. Вот. Потом я все подпишу. И здесь у меня помидорки черри. Вот так вот я в бороздке их посеяла. Сейчас кто провалился туда дальше. Ну, в общем, сейчас я все это придавлю дело. Полью. Вот помидорки подписала. 1, 2, 3. Вот. В общем. И поставлю на окошечко. В мешочек, конечно, целлофановый одену эти плошечки. И поставлю. Ну, в общем, вот такой у меня творческий беспорядок на столе. Ну вот, удачи нам. Вот так вот мы сажаем, сеем сегодня. Вот. Вот так вот я примяла свои растишки. Сейчас полью, закрою целлофановый мешочек и поставлю на окошко. У меня вот такая брызгалка. Я ее помыла хорошенько. Вот. Потому что свою, которую я покупала специально для растений, где-то она у меня валяется во дворе, в огороде. В общем, я не знаю, где ее сейчас под снегом искать. Надо было вовремя все убрать. Я не убрала. Ну, в общем, поэтому я пользуюсь вот такой. Я ее хорошенько помыла. Ну, вот так вот я сейчас полью все хорошенечко. Вот. Промочу, чтобы земля была мокрая. Ну, вот так вот я поливаю. У нас сегодня вот такая погода. Снежок идет. Фу. Бимка мне рвет штаны своими когтями. Он играется. Маленький, молодой играется. Да, Бима? Вот так он у нас подрос. Вот такой большой стал. А я иду. Как снежок метет. А я иду, фон, Бима, искать. У меня там где-то мешки баклажки были, я складывала. Фу, я складывала баклажки для лилии. Хочу посмотреть, что у меня там есть. Но здесь замело снегом. Я не знаю, как этот мешок теперь вытащить. Вот он у меня баклажками. То ли его туда... Теперь вот так вот. Значит, они мне нужны такие баклажки высокие, а здесь все маленькие под рассаду. Ой, что делать, не знаю. 14 лилий у меня там. Вот. В общем, не знаю, сейчас поковыряюсь, посмотрю, что у меня там есть.